Всем привет, дорогие друзья! Если разработчики не проявят актив на этом падении, то это будет говорить нам о том, что разработчики зарабатывают на своем комьюнити. И разработчики заинтересованы, чтобы не мы с вами заработали, а они. Сегодня мы более подробно об этом поговорим. Сегодня я расскажу вам, почему сейчас никакой актив не проявляется. Почему людям не говорят о том, что действительно происходит. И сегодня мы с вами разберемся. Куда же делись разговоры о 69 центах? Ну а перед началом данного видео не забывайте поддерживать его лайком и подпиской на канал, если вы еще этого не сделали. И давайте сразу переходить к делу. Дорогие друзья, касаемо ноткоина, сейчас идет набор от китов. И разработчики почему-то об этом нам не говорят. Внимание на этом не акцентируется. Хотя это ключевой момент. Не на новостях нужно акцентировать внимание, а именно на ончейне. Так как именно в ончейне весь грааль лежит. Здесь вся правда. Все остальное иллюзия, которую нам навязывают. Когда ноткоин рос, был позитив. Павел Дуров говорил, что ждет, когда все его ноткоины превратятся в 680 миллионов долларов. Разработчики акцентировали на этом внимание. И говорили о том, что ноткоин будет стоить 69 центов. Выходили данные новости на хаях. Да, ровно здесь. 4 июня, дорогие друзья. Та самая дата. Дата публикации данных постов. На хаях нас засаживали. Разработчики были не против, чтобы мы с вами купили. Разработчики были не против впитать нашу ликвидность. На данном же этапе, когда у нас падение, подобных заявлений мы больше не наблюдаем. Нас не засаживают. Манипуляторам невыгодно, чтобы мы с вами купили, поэтому сейчас тишина. О порядочности разработчиков выводы делайте самостоятельно. Манипулятор работает прямо-таки против нас. Хотя политика ноткоина была о том, чтобы дать обычным людям заработать. Да, дроп раздали. Но разработчики сейчас делают вид, что не понимают того, что происходит. На самом деле все спланировано. Разработчики и сам Павел Дуров прекрасно понимают, к чему это все ведет. На падение лишние пассажиры не нужны. Лишние пассажиры нужны, когда манипуляторы уже саккумулировали свои позиции. Когда есть токены, которые можно продать. Сейчас идет реаккумуляция от китов, поэтому нас с вами не загоняют. Хайп пойдет только тогда, когда манипуляторы наберут свои позиции. Позитив начнется только тогда, когда потребуется новая ликвидность, которую будут впитывать. Все максимально просто. Ноткоин в целом сомнительный актив. Да, на этом активе можно будет заработать, но я остаюсь при своем мнении. Я знаю, что сейчас есть гораздо перспективнее проекты, и набираю я сейчас именно их. Там, где нас пытались обмануть один раз, нас будут пытаться обмануть и дальше. Как только начнется хайп, вы сами в этом всем убедитесь. Начнется хайп, пойдет загонка хомяков. Снова. Пока хайпа нет, вам никто не скажет о том, что нужно покупать. Вся правда в ончейне. Но новички не понимают, что это вообще такое. Новички не знают, как даже блокчейн Explorer открыть. Без навыков и инструментов люди пытаются забрать что-то здесь на халяву. Слабостью людей пользуются. И разработчики — это те люди, которые в первую очередь засаживают свое комьюнити, окупая все манипуляции, которые проводятся. Пока толпа наблюдает за ноткоином и за другими тапалками, я набираю фундаментальные проекты и снимаю сливки прямо сейчас. В конце данного цикла все окупится в сотни раз. Поэтому на данном этапе я продолжу подготовку. И дальше буду набирать правильные монеты, которые подкреплены фундаменталом. Это же я рекомендую делать и вам. Анализируйте фондовые портфели прямо сейчас. Разбирайте макроэкономическую ситуацию. Проецируйте это все на крипторынок. Делайте правильные выводы. Набирайте сейчас правильные проекты, о которых никто не говорит. О тех проектах, которые сейчас я набираю, вам обязательно расскажут на ютубе. Но только тогда, когда они будут пампить. Один и тот же подход везде.
изначально набирают киты, готовится платформа для пампа, и только потом загоняют толпу. Не окажитесь в числе толпы, наберите заблаговременно, и в конце данного цикла вы снимете все сливки. Если вы не понимаете, как подобрать правильные проекты, то вероятнее всего в этом цикле вы упустите все возможности. Вы потратите данный цикл на изучение рынка. Да, такова правда. Кто-то этого слышать, наверное, не хочет. Но если у вас нет опыта, и если вы без опыта сюда вообще полезете, то вы просто оставите здесь свой депозит. Вас обработают манипуляторы, и вы 100% потеряете. Для людей здравых я создал закрытое комьюнити. Для людей здравых я предоставляю возможность набрать по спискам, которые здесь уже опубликованы. Кому интересно разобраться в рынке прямо сейчас, присоединяйтесь. Проходите 5 закрытых курсов. И пока другие люди будут самостоятельно все изучать и тратить время, вы сразу наберете правильные проекты, которыми я поделился. Все списки уже есть здесь. Интересно? Присоединяйтесь. Пройдем этот цикл вместе. Касаемо ноткоина, мы делаем выводы прямо сейчас. Разработчики, скорее всего, не заинтересованы дать нам с вами заработать. В принципе, подход разрабов аналогичен подходам других проектов. Да, халявы на рынке нет и не будет. Правду придется добывать самостоятельно. Деньги раздавать вам никто не будет, просто так. Либо вы анализируете кошельки китов и набираете то, что набирают они, либо вы остаетесь вне ракеты, и вас загоняют уже в последний вагон, чтобы забрать вашу ликвидность. Яркий пример этому ноткоин. Я желаю всем удачи, принимайте правильные решения и не окажитесь кормом в конце данного цикла. На сегодня у меня все. Не забывайте поддерживать данное видео лайком и подпиской. И всем пока, друзья!